Одинцовские единороссы в рамках партийного проекта «Школа грамотного потребителя» проверили ход капитального ремонта инженерных сетей в доме номер 33 на улице Жукова в Одинцове. По словам руководителя фракции «Единой России» в окружном совете депутатов Вячеслава Киреева, в домах муниципалитета сейчас активно ведется ремонт труб горячего и холодного водоснабжения, водопроводных вводов, задвижек и кранов подъездных секций. При этом рабочие используют современные и надежные материалы и учитывают пожелания жителей. После замены труб во всех подъездах будет сделан косметический ремонт. Работы завершат до начала осени. Партийцы продолжат контролировать ход их выполнения.